связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой из-за пандемии коронавируса оперативный штаб принял решение приостановить деятельность поликлиник. Также временно приостанавливают свою работу учреждения, оказывающие лечебно-оздоровительные услуги. Все они переведены на ограниченный режим работы. При плохом самочувствии необходимо звонить в регистратуру амбулаторно-поликлинического учреждения, при острых состояниях – в скорую помощь. Как разъясняет Министерство здравоохранения ПМР, прием в поликлиниках будет проводиться только по экстренным и неотложным показаниям. Речь идет об острых хирургических, травматических, офтальмологических, отоларингологических, кардиологических и неврологических патологиях, педиатрической помощи при острой боли. Также в поликлиниках будут принимать пациентов, которые по направлению врача нуждаются в неотложных инъекционных вмешательствах, в послеоперационной помощи, перевязки, в оперативном лечении с онкологической патологией. По направлению врача разрешены рентгенологические обследования при острых состояниях, ультразвуковые исследования в ургентном порядке, для беременных в плановом порядке. Приостановлена плановая вакцинация детей, проведение в условиях поликлиники медицинских осмотров, за исключением предварительных медосмотров при трудоустройстве и периодических осмотров медицинских работников, военнослужащих. Также приостановлена плановая госпитализация и плановые хирургические вмешательства. В случае появления симптомов, не исключающих коронавирус, слабость, повышение температуры тела выше 37,5, кашель, одышка, ощущение заложенности в грудной клетке, боль в горле, насморк, снижение обоняния и вкуса, мышечная боль, необходимо вызвать скорую медицинскую помощь. Контактные данные амбулаторно-поликлинических учреждений в Бендерах вы видите на своем экране.